Ладно, ну нигде змеек нету, поэтому... Немножко тебе лопатой. Ой, блин, вас повысили! Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами снова играем в Contraband Police. И мы будем с вами охранять, конечно же, нашу границу. Вот уже очередь выстроилась. Мы популярны, друзья! Все они едут к нам, в нашу страну, Кристан, которая стала только лучше, благодаря, конечно же, моим усилиям. Сегодня мы с вами будем охранять границу от контрабандистов, разумеется, и жарить водку с огурцами. Ладно, мы не будем это делать, я шучу. Я уже это сделал еще до начала рабочего дня, поэтому давайте-ка пропустим первого нашего подозреваемого. Кстати, а что вы, кого мы подозреваем? 38-летнего человека. Кстати, вы заметили, что здесь одни мужчины? Здесь нет женских персонажей почему-то. Заткнись. Не смотри на меня так. Тебе, кстати, сколько лет? Еще юнец на вид. Сейчас, погоди, дай я знакомлюсь с правилами нашими. Я же не могу тебя не по правилам пропускать, правильно? Нет, не могу. Должна быть трудовая книжка. И не должен быть художником, учителем или журналистом. Техническое состояние и просто должна быть опись грузов, да. Так, у него есть багаж, я уже вижу. Да, я уже вижу. Ладно, давай свои доки. Необходимо ли это? Ну, там на стенде написано «необходимо». Пишу статью о политической ситуации в Акаристане. Мир должен узнать, что... Ты журналист, да? Ты журналист. Если уж ты пишешь статью об Акаристане, то ты должен был знать, что здесь журналистов не любят. Хотя, может быть, именно это сегодня ты и узнаешь. Так, журналист, я бы с удовольствием, на самом деле, пропустил тебя, чтобы ты написал о плохой ситуации в стране. Я более чем уверен, что так оно и есть. Посмотри, это просто горы и лес. Единственное цивилизованное место, которое ты увидишь, это вон наш импровизированный столик с водкой. Где мы с ребятами социально... опускаемся на дно. Так вот, я не могу тебя пропустить, потому что мне нужны деньги. Видишь, $464 всего. Так, багаж один, багаж два. Давай-ка разгрузим. Вы только тратите мое время, ага. А ты думаешь, мое не тратишь? Я мог бы сидеть в тюрьме, если бы нарушал правила. Должно быть все по правилам, понятно? Так, смотрим. Сколько одинаковых комплектов вещей? Надо ножиком пырнуть. Да, все в порядке, все в порядке. Антон! Или как там тебя зовут? Максимов, ну-ка, пожалуйста, загрузи все обратно. В прошлый раз меня поймали на взятки, я боялся, что сегодня они будут на меня смотреть очень презрительно, но все вроде как в порядке. Максимов спокойно выполняет мои приказы. Итак, ты журналюга. Поганая журналюга. Тут есть что? Нет, ничего. Опять же, непонятно насчет корпуса. Шины не спущены, и окна не разбиты. Я бы сказал, что кузов какой-то дефектный весь. Да, это дефектный кузов. В остальном же все в порядке. Ты не проезжаешь. Пора, что ошибка. Почему они всегда на меня орут? Я-то здесь при чем? Это на стенде написано. Не моя инициатива, понимаешь? Зачем? И действительно отчет о досмотре. Что? Какого хрена? А что я не так сделал? Все же так было. Говно полное. И начался не так, как я хотел. С минуса, по баблу, блин. Пойдемте отдыхать. А ведь я когда-то тоже хоккеем занимался. Целых 6 лет. Эх, это выглядело примерно вот так. Классно играл. Столько приятных воспоминаний. Надо будет как-нибудь еще раз сходить и тряхнуть стариной. Я имею в виду не играть, а сходить на матч КХЛ и посмотреть, как играют нормальные хоккеисты. Но как-то идти сейчас невыгодно. Здрасте, вы заказывали карту Тинькофф? О, да, я заказывал. Вот, пожалуйста. А что у него за дизайн такой? Это карта Тинькофф с лимитированным дизайном континентальной хоккейной лиги. О, я как раз смотрел матч по телеку. И Тинькофф является первым в истории банком, который стал генеральным партнером и официальным банком КХЛ. Вместе с ней вы можете получить билеты на хоккей в подарок. Отлично, давай билеты. А, нет, это по-другому работает. Так, внимательно слушаю. Сначала вы совершаете покупку билетов на матч КХЛ любым удобным способом с использованием карты. И в качестве бонуса банк начислит вам до 500 рублей обратно на карту. Хорошо, давай 500 рублей. Ну, сначала надо билеты. Окей, давай билеты, а потом 500 рублей. Вам надо их купить. Купить 500 рублей? Окей, давай, сколько они стоят? Вы невнимательно меня слушаете. Все, я слушаю. Покупаю карту Тинькофф, получаю билеты, отдаю вам 500 рублей. Все просто. Нет, вообще все напутали. Карта Тинькофф абсолютно бесплатная. Покупаете с помощью нее билеты, а затем банк начислит вам до 500 рублей обратно на карту. Все поняли? Все понял. Оформляй карту Тинькофф в лимитированном дизайне КХЛ, покупай билеты и получай до 500 рублей бонусом обратно на карту. Фух, я уж думал, вы все снова напутаете. Это вы не очень внимательно слушаете. Кто ты такой и почему ты в моей хате? Окей, ладно, надо продолжать досматривать ребят. Кто у нас здесь? Ну-ка, документы показывай. Какой ты стильный. Мне нравится твоя бородка и усы. Егор Лагунов. У него все совпадает, все отлично. 9 багажей. А состояние автомобиля вполне себе. Все идеально. Однако мы посмотрим на предмет всякой гадкой контрабанды. Ничего нет. Куда вы запрятали, а? Хо, представляете? Все идеально.
Но я на всякий случай вытащу. И на сиденье нет никаких меток. Описываем, описываем, все описали. Ладно, все в порядке, этот чел наш. А, стоп, 8. А, нет, нет. Опись грузов не соответствует. Срок действия тоже? Какой момент? Что-то я пропустил это. Не подходит для сравнения. А, стоп, извините. А, не соответствует. А, извините, сэр. Простите, пожалуйста. Досмотр завершен. Въезд запрещен. У меня сегодня тоже плохой день. Можешь даже... Мы еще покатываемся. Вот так вот немножечко тебя. Понял? Ой, тут мне угрожать он. Ух ты, ублюдыш. Хорошо, что здесь можно людей так слегка пырнуть. Так сказать, поставить их на место. Пограничник — это уважаемая профессия. 100 баксов! Так вот, а пограничник — это уважаемая профессия. Никто не смеет оскорблять пограничника. Ты выглядишь, как будто бы ты злой человек. Ну-ка, дай документы. Хорошо, давайте посмотрим. Это Абдеслам Аршид. Все идеально. Он здесь по работе. И несоответствие в документах. Ой-ой-ой. Портной. Ты какой печальный, грустный, глазки, что? Вот ты и ты. Фотографии не соответствуют совсем. Ну, то есть, у него, видите, борода идет аж до ушей. Здесь нет. Я должен осмотреть здесь все. Докопаюсь до истины. Ну-ка, вышел. Нужно под жопой посмотреть у тебя. Все в порядке. Ладно, ну, нигде змеек нету, поэтому... Немножко тебе лопатой. Ой, блин! Можно же было один раз! Но с меня не сняли денег, потому что он был негодяй. Меня не наказали за него, потому что... Неважно. Потому что он злодей. Ладно, давайте быстренько сейчас. Нам нужно вилами проколоть шины. Где я только что вил змейку? Я только что... А, вот. Вас повысили! Вот так вот! Можно спокойно убивать негодяев. Это положительно сказывается на моей работе. Жив водитель или мертв? Оп, сигареты еще. Жив водитель или мертв, мы продолжаем досмотр. А, уже как бы и не важно. Но погодите, я же контрабанду должен найти. Я хочу ее загнать. Как много всего. Как много всего. Пойдемте это досматривать. Ой, уже ночь почти. Куча сена. Очень много сена он везет с собой. Еще бочки с какими-то трупами, наверное. Скорее всего. Но здесь нигде нету змеек, на удивление. Давайте попробуем сено растербанить. Нету. Мне, кстати, ножик нужен. А ножик нету. Ладно, Максимов, знаешь, что я думаю? Просто покинь зону досмотра. Точнее, заставь этот грузовик покинуть. Теперь следующего пропускаем. Я просто на глазах у этих людей только что убил человека. И мне за это ничего не сделали. А значит, я могу делать все, что я захочу. Давай сюда документы. Я могу тебе продать документы того чувака, которого убил, если хочешь. Нет, не хочешь? Он здесь по работе, и он лесоруб. Это хорошо, это важно. Не соответствуешь, правда, ты ни хрена. Во-первых, у тебя грузовик, ну, реально поврежден. Дефекты кузова, я бы сказал, что есть. Зеркала в порядке. Шины не спущены, бамперы присутствуют, и фары тоже в норме. Молодец какой. Так, подтвержденный груз, что? У меня записан здесь груз. Только другого чувака, предыдущего. Я не знаю, как это будет работать сейчас. Я припишу ему чужой груз или как? Ладно, давайте все разгрузим. Я просто досмотрю на предмет всяких змеек, понятно? А, нет, все обнулилось, отлично. Окей, ничего нету. Все четко. Тогда, Максимов, пожалуйста, прибери. А, кстати, так мы опись груза-то и не проверили, правильно ли все там. Ящик яблок. 2. Холодильник 1, удобрение 9, газовая плита 1, мешок картошки, бочка бензина. Нет мешка картошки. Нет мешка картошки. Опись грузов, дерьмо полное. Поэтому въезд запрещен. Сколько там еще осталось? Ты что, не видел, как я колю людей? На тебе, вот, хорошо. 20 баксов, не жалко. Тревога, нас напали! Нет! Отстреливаемся, где они? Вон, я вижу, вон. Тихо, 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 надо быть очень осторожным. Вот, хорошо попал. О, слег. Упади! Упади насмерть, тварь! Есть! А это кто с ним идет? С какой-то с фуражкой. Что-то по мне стреляет, мне больно немножко. Вы потеряли там... Постовой номик! Постовой номик! Хорошо, смерть... А! Гранату кинул! Да сколько вас тут, господи, там и с автоматами! Хедшот. Хедшот. 13 секунд до конца атаки! У меня еще 80 патронов, кстати говоря, это очень хорошо. Главное не промахиваться. Каждый патрон должен быть... Пущен точно в цель. Еще немножко осталось. А, ну нам в целом осталось-то просто ребят добить. Блин, очень надо какое-нибудь оружие крутое взять. Стой, ублюдок. Ой, промахнулся. Че ты стоишь? Давайте возьмем. Не! Обыскать. Забрать бутылку. Лутаемся. Успею залутаться?
нет! Отличная работа. Я вижу, что вы подходите для этой работы. Я чуть подохните не прочитал. Ваш персонал выздоровел, ура. И это мне стоило денег, да, я так понимаю? Ой, я уже устал. О, я сразу вижу у тебя с фарами проблем. Фара задняя, фара передняя. Давай документы. А, еще и шины. А, не-не-не-не-не, не подойдет, говно полное. Значит, спущенная шина одна, разбитая фара раз-два. Че ты там бормочешь, не мешай мне работать, чш! Тихо! Все, наконец-то заткнулся. Кажется, он чист. Ладно, давайте смотреть документы. Такое разочарованное лицо. Такое... Ну нахрена пырять? Я проткнул ему хорошую куртку. Он не очень доволен этим. А, значит, Сильвестр. Сильвестр. Классное имя. Все соответствует. 4 моющих средства, да? Ну, давайте будем разгружать, досмотреть. Только обращайтесь осторожней, что боишься, что случайно что-то чистым очень станет. В этой грязной стране, да? В этой грязной, отвратительной стране, которая тебе не нравится, да? Ты, видимо, ненавидишь эту страну. Ненавидишь нас, да? Ладно, смотрим. 4 моющих средства. 1, 2, 3, 4. Два огромных просто. Нам надо осмотреть. Ладно, здесь и правда моющие средства. Все хорошо. Максимов! Пожалуйста, загрузи все обратно. Спасибо. И расходы 185. Да, все соответствует, все хорошо, нет никаких проблем. Я думаю, сэр, вы можете спокойно ехать. Досмотр завершен. Первый, по-моему, человек, которого я пропустил. Нет, еще до этого был. Давай, бывай. О, наконец-то мы на сегодня закончили. Вот, пожалуй, и все на сегодня. Ну что ж, замечательно. Мне, кстати, нужен ножик. А, у меня целый... Я же все покупал уже, точно. Давайте пойдем сложим то, что мы награбили. Хотел сказать, нет, то, что мы забрали у контрабандистов, положим все на склад. Да, кстати, у нас на складе есть... Всякое. Потом, когда заполним его... Кстати говоря, у нас нет никого. О! Ты давно здесь? Его надо же отвезти. Ладно, сначала соберем полный набор всех заключенных. А теперь спать. Ох! Генеральная уборка, товарищ. В связи с предстоящими Олимпийскими играми мы, как народ, должны показать себя с лучшей стороны. Автомобили нашей дороги должны сиять. Не впускайте никого с большим количеством неисправностей. Большим количеством это ску... Есть срез с более чем 3 техническими дефектами. Хорошо, надо будет аккуратнее смотреть. Итак, должна быть опись груза. И любые ошибки в документах должны привести к отказу во въезде. Слушайте, убрали эту надпись по поводу журналистов и художников. Дальше у нас есть нет бамперов. А нет одного бампера. Часть регистрационного номера CSR. И возраст 46, объединенный ралли. Хорошо. Очень-очень... Что? Проверьте, не превышает ли данное транспортное средство допустимую общую массу. Она указана в паспорте. Что? Ты что-то новенькое. Круто, мне нравится. Нововведение. Проезжай. Сейчас будем тебя взвешивать. Окей, значит, по документам 4240 килограмм. Фух, нет, не превышает, все хорошо. Вес автомобиля, все в порядке. Тогда давайте проверять его на него. Наличие всяких несоответствий... Нашлись. Ну, сразу нашлись. 3 козы с собой везет. 1, 2. 3 козы. С этим все правильно. Змеек нигде нету. Так, а по фотке-то он похож? И фото не такое. В таком случае ты не пройдешь. Следующий. Я не знал, что у нас здесь, оказывается, весы вмонтированы. О, какой усатый в очках. Чувствую какой-то мутный. Ты мутный, чувак, сразу скажи мне. Конечно же мутный. Я по лицу твоему одному увидел. Ну посмотри, что это. Ну посмотри. Ну как так? Дайте кольну за это чуть-чуть. Ты сядешь надолго. Я даже тебя проверять нет смысла, чувак. Но я сейчас уверен, что тут будут какие-то несоответствия, да? Нет, смотри, подготовился какой-то молодец. 1580 килограмм, говоришь? Ну-ка проверим. Нормально. Да ты издеваешься. Да ты просто издеваешься. Контрабанда найдена, чувак. Наконец-таки я пополню свою коллекцию заключенных. О, еще и бампер. Да что же вы будете делать? Вот это что такое, а? Не делай этот виноватый вид. А тут что? Так, знаешь, что я думаю? Сейчас мы все это дерьмо сгрузим тут же. Опа! На багаж матрешка, да? Этот сюда кладем, этот сюда кладем. Ну и так получается. Очень смешно. Очень смешно. За шутку тебе ставлю лайк, но ты все равно сядешь в тюрьму. Ладно, все нормально, давайте опишем теперь. Я хочу, чтобы был самый максимально подробный, четкий отчет. Так, грузи все обратно. Багаж 6, ну да, это совпадает. Спущенная шина. Нет бамперов, потому что я их уничтожил. Погодите, еще вот здесь мы не посмотрели. Тут тоже может быть всякое. Нет, здесь ничего нет. Ай, ты ж мой, что ж с тобой делать? Давай-ка ты сядешь в тюрьму, а? Обоснованный арест, преступник арестован. А денег дали? Почему денег не дали? А, нет, $120 за то, что преступник пойман. Отлично. А что это за игрушечная машинка такая?
пока едет. Мальчик, тебе сколько лет, а? Почему он такой игрушечной смешной машинке? Как ты там помещаешься? И документы настоящие, не игрушечные? Сейчас посмотрим. Фадил Даган. Ваше правительство, как всегда, делает все на показ. Мы очень хорошо знаем, как обычно выглядит улица Каристан. Да нет, это и есть наша улица. 990 килограмм должна быть у него машина еще. Давай посмотрим. Это игрушечная смешная машинка весит 660. Блин, у него все нормально, да? Точно? Пары в порядке. Подожди, а вот это что? Почему она белая? А это красное. Так должно быть? Наверное, так должно быть. У него кузов весь ржавый. Я ни одной еще сияющей машины не видел на самом деле, и поэтому я даже не буду отмечать. Черт с тобой, проезжай, Фадил. Ой, стоп, по-моему, у него там фотки не соответствовало. А, я про фотку забыл. Нет! Ну ладно, все равно сколько ты заплатишь. 160. Идеальный досмотр. У-ху-ху! Следующий. Ну и махина, у тебя сразу стекло. Сразу вижу стекло. Ну ладно, давай свои документы тогда. Фига у него груза там, я задолбаюсь это все проверять. Ну ладно, давайте, Артурушка. Все соответствует, фотографии соответствуют. Но смотрит он на меня так, как будто бы боится чего-то. Он нервничает явно. Окей, разбиты окна, одно. Пока что окно было разбито, фары в порядке. Не знаю, здесь должен быть бампер. Черт его знает, должен ли здесь быть бампер или нет. И знаете, что странно? Нет регистрационного номера спереди. Но хотя бы он совпадает по документам, я не знаю. Мне кажется, это не такая большая проблема. А что по машине весу? Значит, 6000 килограмм. Нормально, не превышает. Ладно, давайте описывать. Кажется, этот чувак проедет спокойно. Итак, унитаз 1. Газовая плита 3. Холодильник 2. Мыло 1. Мешок цемента 7. И бочка бензина 1. Все идеально! Стоп, мы не просветили это. Мы должны осветить это все. Все в порядке. В целом ты можешь ехать, нет никаких проблем. Еще одно окно сзади. Окно сзади еще разбито, я не отметил. Нет. И забыл закрыть вот этот заборчик. Неправильный досмотр. Нужно развернуть. Пойдемте развернем его. Почему? Почему его нужно развернуть? Скорее. А, нужно развернуть было. Блин, кажется, в чем я ошибся? Сейчас мы тебе отыграемся тогда. Я не понял, в чем я ошибся. Что ж, было идеально вроде как. О, вот дефекты, наконец-таки. Это считается за один или за два дефекта? Наверное, за два. Давай свои документы, сейчас будем отмечать. Значит, груза нету. Он здесь как просто турист. Все документы соответствуют. Дефекты кузова раз-два. Нет, зеркал. А, разбито. Смотрите, окно разбито. Раз. Я, конечно, не знаю, тут можно абсолютно все. Абсолютно все отмечать. Потому что машина, это просто как будто из альтернативного мира Silent Hill'а приехала только что. Ну, как бы, и зеркал тоже нет. А, в принципе, уже. Уже он должен будет быть развернут. Потому что у нас Олимпиада скоро, понимаешь? Ты, ублюдок. У него нет никаких контрабандных штучек, это явно. Надо взвесить же, 1520 должно быть. Ладно, здесь все хорошо. Надо, наверное, отметить правила въезда, да. Правила въезда нарушены, значит, он не поедет. Это мало. Мало? Че тебе мало? Мало покатался, да, езжай обратно домой. 90 всего. Лучше идите отдыхать, завтра у нас много дел. Слушайте, ну у нас так много бабла. Давайте купим сотрудников. Можно прокачать Максимова. О, вот это мне просто нравится. Посмотрите на его рожу. Мы можем прокачать его тоже. Не, мне Максимов больше нравится, потому что я с ним больше всего взаимодействую. Можем его прокачать. Либо по дешевке купить Московича. Смирнов на вышке будет стоять. Давайте Смирнова купим. Покупка Смирнова состоялась. Вот, смотрите какой. Постовой Смирнов. На самом деле у нас столько денег, что мы можем купить их все. Постовой Ковальский. Он такой, как будто очень вдупляет, как он здесь оказался. И, конечно же, мудрый Москович, который многое повидал и расскажет нам очень много интересного. Здравствуйте. Я ждал интересных историй. Он просто как-то поздоровался с нами, праздновал. И, конечно же, у нас есть... Да, Максимова прокачали. Смотрите, какой Максимов. Младший сержант Максимов. Отлично. Такие бойцы прокачанные. Смотрите на Максимова. Просто красавец-мужчина, да? А мы пойдем спать. Итак, у нас с вами накопление $719, а сегодняшний баланс минус 895. Минус 176. Все в порядке. Мы сейчас быстро все заработаем, будет хорошо. Так, давайте, я уже готов пропускать. Входите, въезжайте, сэр. Давай, быстрее. Оп. Стекло разбито, документ дал. Открыл рот, ай. Открыть рот? Чем он мне предложил открыть рот? Ты смотри, я могу решить, что ты ко мне подкатываешь. Давай, посмотри. Исмаил, хорошее имя. Важный телефонный звонок, вернитесь в офис. Извините, мне нужно поднять, это срочно. Сегодня утром в гостинице под Пьяным Медведем был найден труп мужчины. Обычно такими делами занимается товарищ Сорокин, наш уже там. Сержант Быков познакомит вас с деталями. Я что, еще должен убийство расследовать? Я же не следователь. Жди меня здесь, я скоро приду. Документы я пока у себя оставлю, окей? Хорошо. У нас все окна побиты. Мы, конечно же, не будем указывать это как нарушение.
А это его машина, видимо. Не избавились от машины, но случайно скинули ее с горы прямо на дорогу. Потому что не нужно смотреть кино, искать там подсказки, как скрывать трупы и машины и прочее, прочее, прочее. Стой! Ой-ой-ой-ой! Вот сюда нам кажется, да? Мы здесь. Гостиница под пьяным медведем. А что за пьяный медведь? А, это и есть пьяный медведь. Ладненько. Уходим. Детектив Евгений прибыл. Товарищ, как хорошо, что вы здесь. Тело нашел уборщик на задней стороне здания. Мы оцепили территорию. Внутри находится 6 подозреваемых. Они находились здесь в момент убийства. Проверьте все версии и возвращайтесь ко мне. Никто оттуда не выйдет без вашего согласия. Это как в фильмах про Пуаро. Здесь было совершено убийство. И поверьте, я докопаюсь до правды. Никто не выйдет отсюда, пока я не докопаюсь до правды. Ты тоже подозреваемый, бармен. Давайте поговорим с ним. Вчера вечером какие-то парни из мясного магазина явились сюда, чтобы пропустить пару стаканов. Ничего особенного, пока уборщик не пришел сказать мне, что он нашел позади здания. Он был белый, как полотно. Это все? Это все, что ты можешь мне сказать? Так, погодите, давайте сначала осмотрим тело. Где тело? Вот оно. Боже мой. А мы его не видели случайно? Чувак в очках. Знакомый. Ладно, давайте поговорим с ним. Бедняга, он лежит так уже несколько часов. Я думаю, мы должны сначала обыскать тело, затем найти орудие убийства. Хорошо, что у тебя с собой уф фонарик. Я, кстати, думал его использовать. Давайте обыскать тело. А ручные часы. Видны инициалы ВМ. Продадим. Ладно, все, больше нету. Значит, ВМ. Можно что-то спросить насчет ВМ? А, нет. Вот здесь куча всяких... А, следы! Я вижу. Сейчас мы найдем... Найдем орудие убийства. И докопаемся до истины. Вот оно! Кухонный нож. Видите? Я взял без перчаток. Черт! Получается, следы больше ни в какую сторону не ведут, только туда. Ну, ладно. Я не понимаю, кому мне нужно показать это оружие. Ладно, заходим обратно. Давайте пообщаемся с тобой. Что здесь случилось? Видели этот нож раньше? Вчера мы немного переборщили с алкоголем, но у нас был повод. Олег так обрадовался этому повышению, что даже хотел списать мне часть долга. Понятия не имею, кто хотел бы его смерти. Они должны были Олегу. Этот чел был ему должен. И он был под алкогольным опьянением. Хорошо, давайте дальше. Когда Олег выбил туза, я хотел его убить. Эти чертовы часы хранились в моей семье из поколения в поколение. Может быть, я сболтнул лишнего, но я бы никогда не обидел этого ублюдка. Поговори лучше с Тимуром. Он со вчерашнего дня какой-то странный. Так, но он говорит напрямую, он же знает, что его за это посадят. И я посажу, конечно же. Никита. Мы пришли сюда праздновать повышение Олега. Мы работали вместе 10 лет. Я не верю, что он мертв. Но он мертв, поверь. Я уверен, что его убил этот негодяй Сахаев. Он задолжал Олегу крупную сумму. Ну да, я тоже подумал об этом. Так, остался еще один человек. Ты куда собрался? Эти двери закрыты. Тимур, давайте поговорим с Тимуром. Пацаны меня сюда силой притащили. Я должен был сидеть дома с больным отцом. В последнее время ему стало хуже. Этот уборщик кажется мне подозрительным. Весь вечер он как-то странно смотрел на нас и пытался подслушивать. Какой уборщик? Кто из вас уборщик? Бармен. Василий, здесь нет никаких уборщиков. Какие уборщики? О чем ты? Погодите, они говорят про уборщика... И бармен, и Тимур говорит про уборщика, но я не вижу никакого уборщика здесь. Я не понимаю, что должен делать с этим ножом, если честно. Вот он у меня есть. Скорее всего, взят из кухни в гостинице. Да, это не мясницкий нож. Значит, этот чувак был должен убитому. Этот чувак проиграл ему часы. Вот эти часы. Видны инициалы ВМ. Василий Морин, да, это его часы. Но он открыто говорит, что он взбесился, когда проиграл ему. Этот работал с ним 10 лет, и у него нет видимых причин его убивать. У нас все еще задача допросить подозреваемых. Мы все еще не допросили подозреваемых, но их больше здесь нету, мы со всеми поговорили. А, вот! Господи, мы еще можем сюда зайти. Так, уборщик. Давай, что ты видел? Это было странно. Когда я попытался вынести мусор, оказалось, что дверь склада была заперта, а ключей не было. Я обошел вокруг и нашел тело. До этого я видел, как тот покойник поссорился с мужиком в берете во время игры в карты. Поговорите с сержантом. Да, он поссорился вот с этим чуваком. Он это и сказал, он не врет. Но единственный мотив... Это, скорее всего, у этого чувака, который должен ему денег. Как его зовут, кстати говоря? Егор Сахаев. Выпустим Сахаева и Морина. Они невиновны. Нет, Сахаев. Выпустим Тимура и уборщика. Выпустим Петровского и бармена. Ну, давайте их выпустим. Найдите место вечеринки на территории сада. Товарищ, нам удалось выяснить, что в смерть наступила около 7 утра. Они не могли уйти далеко. Ищите следы вечеринки в саду. Где была вечеринка? Вот здесь? Допросите подозреваемых. Опять? А что я тут увидел? Тут нет ничего. Что ж, ребята, осталось вас всего 3. 4. Давайте поговорим с уборщиком. Когда гости переместились во двор около 6 утра, они оставили ужасный беспорядок. Я вышел покурить и увидел одного из гостей, идущего к задней части здания.
Кажется, его звали Тимур. Тимур. Что вы делали в 7 утра? Когда я пошел за бутылкой, я видел уборщика, идущего за здание. Было похоже, что он что-то прячет под одеждой. Он просто на уборщика гонит все это время. Ладно, ты, чувак. Мы сидели в беседке, и тут водка закончилась. Тимур пошел в бар за бутылкой, а Олегу пришлось сходить в туалет за зданием, потому что тот... что в баре был закрыт. Егор уснул, а я остался один с Никитой. Хорошо, они остались с Никитой. Значит, Егор. Егор уснул. Олегу пришлось сходить в туалет. Олег это кто? А, Олег это как раз таки убитый. Хорошо, а теперь Егор. Утром Тимур предложил переместиться во двор. Я с трудом добрался до беседки. Кажется, там я отключился. Когда я проснулся, Олега уже не было за столом. У нас еще оставалась выпивка. Короче, Тимур валит на уборщика. А уборщик говорит, что видел Тимура там. Хорошо. Мне почему-то кажется, что уборщик здесь не при чем. Какой ему смысл убивать человека? А вот Тимур зачем-то мог это сделать. У этих двоих совпадают версии. Они оба были в саду. Стоп, получается, Василий и Егор, скорее всего, невиновны. Уборщик видел Тимура, а Тимур говорит на уборщика. Окей. Так, выпустим Сахаев и Морин. Кто такие Сахаев и Морин, блин? Сахаев и Морин. Давайте выпустим их. Посмотрим, получится ли у нас раскрыть это преступление. Нам, наконец, удалось открыть склад. Вы уже можете там осмотреться. Склад, склад, склад. Где он? А вот и склад. Смотрите, записка. Командир, по вашему приказу я взял в разработку Олега Богданова и подтверждаю, что он связан с КГП. Стукач умрет еще сегодня. Да здравствует свободно, Кристан. Подпись Тимур. Окей. Ну что, Тимур? Ну ладно, это был я, но мне его не жаль. Это просто стукач. Из-за таких грязных ублюдков в тюрьме сидит моя жена и много других невинных людей. Это безумное правительство настраивает людей друг против друга. Они предлагают гроши за чью-то голову. Для тех, кто покорится, у кровавого кулака только одно наказание. Замять можно дело. Я арестую тебя. Это мое первое преступление, которое я раскрыл. Революция уже началась. Вы нас не остановите. Отчаянно Тимур достает спрятанный в голенище нож и замахивается в вашу сторону. Благодаря молниеносной реакции сержанта Быкова вы не пострадали. Убийца с огнестрельным ранением попадает в больницу, где ждет суда. 800 баксов! Есть! Есть! Ты все еще ждешь? Ну и жди. Потому что на этом мы с вами закончим видос. Это было прекрасно. Мое первое преступление, которое я раскрыл. Детективные навыки у Евгения прекрасно работают. Огромное всем спасибо, что смотрели. С вами был Юджин. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. И, конечно же, 5 напоследок давайте. Вы готовы? 1, 2, 3 и 5!